Добрый день, друзья! Сегодня у нас первый, наконец-то, день потепления в Айхалии. Сегодня у нас прям жара, 25 градусов. Прям хорошо. Вот решили сегодня выйти на прогулочку. Так, сейчас сходим с вами на рынок. Снег прям скрипит. Прям хрум-хрум-хрум. Да, в этом году зима, конечно, очень сильно заснеженная была. Снега навалило много. Зима тоже морозная. Поэтому, друзья, для нас минус 25 это уже кайф. Стелла тут у нас стоит для первооткрывателей алмазодобывающей провинции. Вот она у нас, Стелла. Красиво, конечно, когда вот такие вот деревья и прям все в снегу. Прям домов не видно. Шубки прям хорошие. Это говорит о том, что было очень много снега. Вот, друзья, собственно говоря, парк первооткрывателей. Основан в апреле 2010 года в честь 60-летия Макинской экспедиции. Все в снегу, друзья. Почистить, короче, некому. Так, немножко сделаем доброе дело. Пускай люди читают, знают наших первооткрывателей. Вот, собственно говоря, сам парк есть. Тут тоже все в снегу. Даже снежками он кто-то залепляет, дети. Вот так вот пускай будет. Красота. Снега, конечно, валило пипец. Много. Ладно, пойдем, друзья, дальше. Вот слева у нас стоит общежитие компанейское. Для компании Ауроса построила общежитие для своих работников. По улице Юбилейной были общаги. Сейчас уже общаги те отдали под приватизацию. Поэтому тех общежитий сейчас у нас нету. И компания Ауроса построила новую общагу для своих работников. А вот, собственно говоря, вот она и есть. В Айхале поставили практически везде вот такие мусорные баки для мусора. В принципе, удобно, хорошо. Единственный минус — это то, что неудобно тем, кто, вот у кого далекие расстояния от подъездов, ходить до этих мусорных баков. Раньше мусор выкладывали вот на площадках подъездов, а там собаки постоянно все разгрызали, постоянно собаки мусор гоняли. Там, друзья, наша доблестная полиция, которая служит нашему населению. Вот, друзья, собственно говоря, сам рынок. Он у нас разделен на несколько частей. Здесь у нас идет бытовая химия отдела с одеждой, с химией. А первые ряды у нас идут продуктовые ряды. Сейчас пройдемся, посмотрим. Спустимся вот по этой лестнице. Как мы видим, тут многие магазины, конечно, позакрыты у нас. Многие магазины у нас тут почему-то не работают. Ну, потому что, наверное, невыгодно здесь торговать с открытием интернета, транспортных компаний, логистики. Сейчас люди заказывают все по интернету, по почте. Поэтому сейчас многие магазинчики вот так вот стоят, заснеженные, закрытые. То есть тут нерентабельно. С приходом цивилизации, так сказать, в Айхал, уходит мелкое предпринимательство в пустоту. Магазин мебели тут у нас. Здрасте. Так холодно у вас тут.
дубачок такой. Ну да, экономия. Здесь тоже все позакрыто. Магазин продается. Туалет есть здесь у нас. Да, многие магазины закрыты. Это у нас вот следующий ряд идет. Тут вообще все закрыто. Ничего не работает, друзья. Все закрыто. Видите, как бывает? С приходом цивилизации, наоборот, все должно расти, возрастать, да? А в Айхале, наоборот, мелкое предпринимательство затухает. Все продается. Здесь у нас что? Тут у нас бытовая химия, ремонтные магазинчики, да? Идем. Давай, здрасте. Здрасте. Давно вас не видно было. Да. Я сюда сижу. Да? Как у вас дела? Нормально. Нормально? Это хорошо. Подрослел прям. Да. Это рулон, да, 2500 стоит? Да. Это метровый же, да? Вторая. А. Ну, большие, хорошие обои. Вот так вообще покупают, да? Или так не особо берут? Как видишь, покупают. Да? Как видно, он скидки скинул. А, да? Линолема не осталось. А я смотрю, нам нету уже давно соседки-то. Невыгодно бы торговать, будет сейчас стало. Так, что в этом, кому выгодно-то, блядь? У ей долги выгодно. Какой ей выгодно торговать? Она долгами обросла, да и все. Ладно, чуть Валь, пойду я. Давай. Дальше. Счастливенько. До свидания. Люстры Гарант 2, да? Много лампочек у вас тут, светильников, да? Удобно. Теперь не надо с материка привозить ничего, да? Какие офисные есть светильники? Да, вот они. Ну, эти две по одной штучке, а эти пришли. А эти вот есть. Есть 6500 и есть 4000. Сейчас я просто мне делаем шабашку. Магазин Грант. Были мы тут, тоже были в этом магазинчике. Приветствую. Че, как дела? Пойдет, да? Ничего, тоже хорошо. Давно вас уже не было. Посмотреть, что у вас тут еще есть. Все есть. Все есть? Да. Все, что надо, есть все, да? Тоже магазин вымахали. Неделя гарантия, да? Здрасте. Ну вот здесь, друзья, собственно говоря, у нас уже идет продуктовый отдел. Тут получается первый ряд у нас чисто по продуктам. Сейчас когда-нибудь зайдем, цены посмотрим. Шея говяжья 550, свинина 460. Не знаю, ну конечно, подороже, наверное, чем на материке цены. Но все же. Такие, друзья, у нас тут цены северные.
Листа 480, сокур 320, 480 омбуль. Конечно, мельма 1000 рублей. Чуть не грохнулся там у тебя. Скользко, что ли? Скользко, скользко, да. Че, как дела? Пойдет. Пойдет. Ну, вроде я чистил. Здорово. Семечки классные. Да вот надо будет взять, да. Цены что, как нормальные? Недорогие? Не. Нормальные. Лимон 280. Супер. Яблоки 180. Ну, нормально. Единственный недорогой магазин, да? А картофель почем? 70. Лук, картофель, морковь. Это вы откуда возите? С Новосибирска. А, с Новосибирска. Ну оттуда, наверное, уже с Новосиба, наверное, Киргизия, наверное, оттуда, да, возят? Ну, по-разному. Турецкий, наверное, да? А, вот написано Краснодар. Ну, нормально. Даже Молдова есть, нифига. Короче, приходим на рынок, затариваемся, да? Так что все нормально. Передавай привет. Да, да, да. Ладно. Приходите. Да, да. Вот так вот, друзья, ссылочки оставим в описании. Рынок. Это получается первый, да, магазин у тебя, да? Самый первый магазин, короче. Так что цены самые дешевые здесь. Вот, друзья, собственно говоря, наш рынок тут и есть. Такой небольшой, в принципе, но как бы все есть. Цены относительно недорогие по сравнению с другими магазинами, которые расположены наверху. Раньше, друзья, в общем говоря, рынок был вместо церкви, которую тут еще церковь построили. Здесь раньше у нас стоял центральный рынок. В принципе, вот вы сейчас его прекрасно видите, какая раньше была обстановка, какая стала сейчас. Брусчатку выложили, антейтер был, центр построили, церковь построили. Ну, практически 10 лет назад. Вот, дом культуры тоже появился здесь. Стало намного красивее, чем было раньше. Поэтому я считаю, что не зря рынок перенесли вниз, а тут сделали такую красоту. Конечно, было много противников, много было недоброжелателей по переносу рынка, но зато тут сейчас в Айхале появилось место, где можно гулять с детьми, где можно просто прогуливаться, есть мороженое, там, не знаю, просто отдохнуть, на лавочках посидеть. Приятно, красота, особенно, друзья, летом. Там, друзья, где не стоят мусорные баки для сбора мусора, да, вот есть дома, где мусор выкладывают прям на лестничных площадках. Конечно, это неудобно, потому что собаки все растаскивают, всю эту грязь. Короче, минус. Вот это вот администрации надо продумать, чтобы баки мусора стояли во всех домах, чтобы такого не было, друзья, чтобы вот это вот ничего тут не валялось. Тут у нас недостроенное здание.
хотели тут строить поликлинику, поэтому что-то здесь не достроили ее, к сожалению. Таким песочком посыпают наши дорожки, наши улицы, чтобы ходилось хорошо, чтобы народ не падал. И вот на каждых подъездах, вот так как дома стоят на сваях, рационально использовать вот место под коляски и под что-то такое. Удобно, снег не валит, ничего. Что ты? Что ты, перчик? Что ты? Что ты? А? Что? Дай лапу, дай лапу. Да, друзья, народ собак берет домой, а потом их выбрасывают на улицу. Вот так они у нас на улице и живут. Такие у нас хаски тут обитают. Больница, друзья, была у нас полностью отремонтирована. Капитальный ремонт был в поликлинике сделан. Самое главное еще, чтобы лечили, друзья, хорошо. Дело не в ремонте, а дело по врачах. Чтобы все было хорошо, чтобы врачи были грамотные, достойные. Чтобы люди не болели никогда.